Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Курикс, Госдума, ОлТВ, Гусанёк и Тучка, Кисмиуго, Бога, Силлер. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет, йоу. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Наконец-то вышел новый пак бомб, называется SV Bombs V3 USA. Вышли они 20 сентября, поэтому это свежачок. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. По старой схеме будем взрывать здание и проверять, какая бомба самая мощная. Первая у нас IJM-114. Я даже скажу, что это не бомбы, а здесь большинство это мощные ракеты. Ого. Не страшно. Понял. Оно выдержало? Да. IJM-128. Пацаны, сейчас вам будет весело. Вот это моща! Вот это сила! IJM-12C. У нас еще есть танки. Ой, она просрала. У нас есть танки, буду в танки попадать, стараться. Ого, уничтожила. IJM-154A1. А это тоже бомба. Ух ты, кидай. Оно так прикольно активируется, не так, как те моды. Ого! Это моща. IJM-15B. Оно само наводящее, что ли? Не понял. Еще раз. Оно сама стреляет по танкам. Давайте еще раз, чтобы я точно понял. Если ее так криво я поставлю. Да, оно наводится как-то. А вот это круто. Смотрите, сколько дыма от этих бомб. Это моща. Так, загружаем. Отлично. Продолжаем. IJM-179. Ой, надо, пацаны, просрала, стойте! Да я знаю, что это из бомбы, но просрала! Себя убью. А я не метки, стойте. Вот. Это не метки. Да что она между досок пролетает, просырюха? О, попробую вас попасть. Нет. Красиво здание слаживается, просто сильно. Так, IJM-62A. Ого, это ракета разве? А нет. Да. Ого, там здание немножечко подустало. Кидал, покинул. Хорошо, давайте ближе кинем. О, хорош. Что там? Да блин, она как-то легко бросает, они как-то все пора. Ладно, сейчас четко попаду, смотри. Вот это сильно. А эти бомбы мне очень нравятся. Круто сделаны. Так, не останавливаемся, продолжаем. IJM-65. А это ракетка у нас. А ну, опа. А вы ж видите, у меня руки из одного места растут. А мы это так знаем. Четко. А ну интересно, оно разрушится? А, ну такое, немножечко не сильно подустало. IJM-84. Во, сейчас оно разрушится. Ого, они так прикольно взрываются все, да? А здание еще целое, да, практически? Можно еще разочек. IJM-88. Сейчас попробую четко попасть. Во! Вот это моща! Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в Discord. Поорем. Ссылочки все в описании. АН-М30. Да блин, да она ксерунка какая! Блин, так прикольно разлетается. А, это бомба уже. Спасибо тебе. Это бомба. А где эфир? А что она? От отсыревшая была, подождите. Корсар. Сырье. Ничего там ломается. Ого! Вот это оно эпично разрушается. Ну еще оно практически целое. АН-М56. Ну это большая бомба. А так... Ого! Смотрите, какие осколки трассирующие вверх летят. От здания ничего, да, не осталось, по идее? Ну чуть-чуть. Ну, лесенка. Да я знал, что она мощная очень. АН-М57. Кидай. Они так активируются непривычно. О, я его просто меньше сделал на один этаж. Она как резиновая. Что это? АН-М64. Ребята, досмотрите до конца. В конце будут очень классные ракеты. Ого, смотрите, она немножко зашаталась. Но не взорвалась. О, что-то ты... Ты какой-то очень меткий, Дим. Да потому что я специально так делаю. Видишь, снайпер реально кидает. Так вроде по эффекту ударная волна очень мощная. Но она не разрушает. А М65. Ой. Ого! Эффекты, да, классные? И взрыв такой необычный. Не как HB-бомб, прям громко, а такой бархатный звук такой. Ну, классно, короче, сделано. Меня этого мало, надо мощнее бомбу.
АН, М65, М129. А это уже какие-то бомбы, которые самолет сбрасывает. Они все по-разному бросаются. Ого, эффект! Вот это ты меткий. А сейчас вам жопа. Да блин, Дима, красиво! Ну, еще целое, его еще можно починить. АН, М66. Ну, Гусадёк, ну новая бомба свадебная. Да ну ты видишь, что оно как делает? Я ничего не вижу, но очень интересно. Сейчас, подождите, каптунец, этот, слетит? Ой. Нормально. Блин, классные эффекты от бомб. Круто сделано. Я же специально так делаю. АН, МК1. Кидай её. Ой, хотел прям по тебе попасть. Ладно, давайте ближе. Сейчас прям близко кину. Да ну кто там? Блин, ребята, настроение отличнейшее. Просто бомба. Кидай близко. Блин, там Даня что-то. Ух ты! АН МК-33. Ой, блин, полетело. А где эффект? А я знал, они просто после воды немножко поотсырели. А чё? Это очень странно. Хорошо. BGM-109. Это ракета. Хорошо. Какая-то она кривая. Ой. Да нормально лупит, хорошо. Она прям. Слабая. Она каптунец сил. Согласен. Я ее хочу запустить вот так вот повыше. Давай, лоплю. Давай. Она, посмотри, далеко она летит? Посмотрите, от нее дым какой мощный, да, идет? Да. Нифига себе они каптуны. Ого. От здания ничего не осталось. Просто растворяется в воздухе. BGM-71. А это ракеты пошли у нас уже. Нормально. Слабенькая. Фар. Вау. Неплохо так. GBU-10. А это бомба. Мощная при том. Блин, у меня аж подлагало. Я хочу эту бомбу подальше кинуть. Хочу все-таки оценить ее мощность. Красиво. А что такое двойной взрыв, как будто вверху и внизу есть? GBU-10. А, так подожди, это такая что было, понял? GBU-12. Должна... А, это поменьше. Не надо. Надо. Нет. А ты где? А куда? Ого. Где мне цель? Это снайпер. GBU-15. Ого. Она такая большая. Ничего себе прилетел. Ничего себе. Ого, смотрите, какие эффекты еще, как будто молнии в конце. Ничего не осталось. Одним взрывом уничтожила все. GBU-16. Опа. Хорош. Нормально. Слабенькая. GBU-24. Такая ржавая, старинная бомбочка. Сейчас как рванет? Нет? А куда так прилетело? Ну рвануло. Мощная. GBU-28. А это ракета. Ого. Уже, по идее. Нет? Драй. Ладно, попробую в здание попасть четко. Нормально. А что эффект-то? У вас тоже пропадает эффект? Или только у меня? Да. Где-то есть, где-то нету. GBU-31. Ну это мод новый, знаете, еще недопиленный. Да. Это очень странно. Да потому что здесь вот пузо гусячье выставляет свое. Хорошо, давайте еще раз, GBU-28. Ой, летит. Ой, красиво. Оно просто его сложило. Нет, я не умру. Умрешь. GBU-31. Меня летит. Класс. GBU-38. Они же не хотят там стоять. Просто сложило здание. Оно еще целое, можно починить. GBU-39. А это ракета. А нет. Классно взрывается. GBU-43. Ого, смотрите. Колыма. Мне кажется, она и так уничтожит здание. Не-не-не. А чё взрыва не было? Это просто... О, это огненная. Смотрите, сейчас в здание попаду. Не надо. В то же место. Хорошо. А то я специально не так делаю, понимаете? Пусяку убирай. Она, кстати, порахнется, когда ты кидаешь ее. Так, блин, я хочу... Все, сейчас попаду четко. Давай. Вот, видишь, я же...
Я же говорю, кстати, она её ждание сложила. Я ничего не вижу, просто ничего. Так, погнали. И точка, давай вместе вышли. Джибу 53. О, это ракета. Сейчас мы ее запустим красиво. А нет. О, прикольно, да, взрывается? Такая слабая. Крылышки раскрывает, видели, когда я ее бросаю? А, да. Ой, кстати, мы да. Падаем. Получается, эта бомба, когда вы ее бросаете, она в воздухе как будто должна лететь, смотрите. Во, да. И она выравнивается, видел? Да. Это с самолета ее надо запускать. Во, ребята, сейчас будет Гигантус GBU-57. Ого, кидай. Бум. Вот это она жахнула. Ребята, моща. Мне нравится, как она взрывается. GBU-8. Ну, пацаны, ну новые штаны, блин. Ну что вы делаете? За 40 гривен штаны. Согласен. Я ее все-таки сейчас запущу в здание. Или рядом. Ой, а куда? А, вот GBU-8. Я держу, я не держу. Отлично. Хе М31. Это уже бомба, это торпеда вообще, больше на торпеду похоже. Круто. Ведь когда ты их всех кидаешь, то они вниз как будто закручиваются. Шье М32. А ну давайте сейчас вот подкину вверх, мы посмотрим, это точно так? Да, смотрите, четко летит вниз. Закручивается. Но... Четенько. Квар. Это ракетка. Кидай ее. Круто. Слабенько. Я хочу, знаете, попасть прямо вот... Да четко мы сделаем это. Ну видите, какой я меткий? Гидра. Во! Это уже пошли ракетки. Она такая маленькая. Маленькая, так смотри, как она лупит. О, я себе просто положу вот так вот. Торпеда какая. Да блин, ну ты что, не умеешь попадать? А я знал, что я мед. А я специально не попадаю, чтобы вы думали, что я рахит. Да. Да смотри, насквозь доски про... Слышь, ты досочница. Она голимая с детства, я понял сразу это. М117. Во, вот это сейчас будет, ребята, уже мощь. Так, Гусунёк, в следующий раз я тебя брошу. Ого. М118. О, сейчас будет. Это уже конец списка, сейчас будет там дебелая. Ого. Красиво, смотри, тупо один этаж остался. Самый верхний. Это мини-домик, если надо вам починить дома, обращайтесь. М62. Кидай. Опа. Класс. М63. Нет. Ничего себе. Так, давайте загрузим еще раз. М8. А подожди, это ракетка? А я знал, что это ракета, но пацаны, новые ноги. Новые штаны. Свадебные. Слабенько взрывается. МК-81. Ой. А, прикольно, только пыль струсила со здания. Давайте еще раз попробую попасть. У него корпус прикольный. Хорошо. МК. Снеке. Ух ты, кидай. О, открывается. О, она как спортик. Как вот, давайте сейчас попробую ее вверх кинуть. Что-то она смотри, заменяется, кстати. Как на парашютике, да? Медленно. Ракета с парашютами. Класс. Железными. Так, МК-82. О, четко! Блин, страшно. Идеально. Я живой остался? И точка. Как тебе? МК-82 Air. Тоже открывается, смотрите. О, парашют. Так медленно? Ого, блин. И так мощно. А взрыва не уже. МК-82 с Nokia. А у нас как, это есть взрыв? Все там есть, опа. Как эта пальма падает. Опа. Реально с парашютиками. МК-83. О. Ничего себе! Аж так по ушам бьет. Классно взрывается. Я заметил, что в этом списке нет ядерных бомб. Как так? Согласен. МК-84. Ой-ой-ой. Слабо. МК-84 Air. Снова Air. Тут...
Гусанек, ну я не буду тебя бросать, ты и так должен как гусь уметь летать. Ого, на... Ничего себе. МК-9 просто. Вот это толстяк. Толстый. Так, дым, давай сходи, накоптили тут все. RGM-84. Это ракета? Это ракета. Ну а как проверить? Ну только так могу. Так, давайте вот так направим. Ё-моё. Красота. О, давайте попробуем ее вдаль запустить. Мне интересно, она далеко полетит? Довольно. А вы слышали, какой звук именно эхо такое от взрыва? Классно сделано. Я придумал, что я сейчас сделаю. Сейчас, что ты сейчас делаешь? Для эксперимента хочу одну тему сделать. Ну мы же красиво любим делать. Так, сейчас мы их одновременно все запустим. Ух ты. Видишь, как я умею? Ну пацаны, ну отсыревшие просто порох в ракетах. Плохо работают. Ладно, ладно, у меня руки просто динозавра. Сейчас. Тини Тим. О, господи, как она прикольно вы. Эй, тихо, ракета, не дерись. Какой-то Тим. Кидай. Ой-ой-ой. Так глухо взрывается. Сейчас попробую прям... Да, тихо, ракета. Ты должна четко попасть. Хочу прям в этот столбик, где здание. А чё неголимая с детства вот так вот взрывается? Порох сырой. Во. Ну видишь, что он делает? Я знаю из-за чего. Я знаю из-за кого. Ой, из-за чего. Из-за кого. Вот, сейчас не взорвется. Я лучше, пожалуй, отойду. Вот, смотрите. Чётко. Сейчас взорвётся. Блин, ладно. Красиво здание сложило. Первой попытки. Согласен. И Зуни. Зуни. Что это такое? Задрыж какой-то. Пипистик. О, кстати, она открывается. Так, еще есть тут раздел SVBOMBS V3. Давайте посмотрим, что это. Это у нас аирдроп. Это которая с неба, типа, да, падает? Да. Ну, не хотел, чтобы она... А, парашюты. А если... Да, вот, а, если... Слышь, я его просто кину от фонаря, оно так спускается? Да. Можем для роликов это использовать, кстати. Аэродроп. Это прикольно, это PUBG, реально, это PUBG. Ну, пошли на сосновку. Так, хорошо. Да. У нас еще есть Care Package. А это что у нас? Тоже с неба пакет, будет падать? Пакет. Надо дать понять. Тоже. То есть прикольно. Че, упала на голову кому-то, да? Да. Классно сделано. Парашют. А это просто парашют. Можно летать на нем? Нет? Блин. А, он не открывается. Это все. Ну понятно, если парашют просто в коробке лежит, как он откроется. Парашют Хэйви. А, это легкий, тяжелый парашют. Гей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас и Тучка, Гусанек, ОлТВ. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет, йоу. Сегодня у нас будет крутицкий ролик, потому что будем взрывать бомбы, но под водой. Покажу глубину воды приблизительно 10 метров до дна. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать и смотреть, что будет, если взрывать мощные бомбы, даже ядерные, под водой. Погнали! Что будет, если запустить ракету под воду? Давайте проверим. Давай. Хоть у нас будут очень классные тесты. Запускаем. А ну-ка. Полетело. Ой, вот это уже красиво. Смотрите, какие брызги мощные. Жесть. Я хоть покупаюсь. Мы, короче, вызываем искусственный дождь. А теперь давайте жахнем вот такую вот. Это кассетный боеприпас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, упал. Да там кто-то шкурку банана бросил. Я поскользнулся. Это да. Смотри, как прикольно, даже брызги сделаны. Приближаемся к более мощным бомбам, ребята. Сейчас будет вообще эпик. О, котлета. Надеюсь, нас не откинет сильно. А не должно. Ого! Вот это жахнуло! Ребята, ролик заслуживает 100% вашего лайка. Чем больше лайков, тем больше у нас настроение, и тем больше веселее будут ролики. Так, вот такая какая-то есть странная бомбочка, давайте мы ее жахнем. А ну, бахай. Ого, бомбочка, нифига себе, вроде маленькая, как жахнула. Бомбочка для ванны. Согласен. Да. Такс, у нас есть вот такая бомба, ребята, сейчас будет эпик. Это очень мощная бомба, даже кину я специально далеко. Ой-ой-ой, красиво. Вы видели, как вначале брызги такие разлетаются, а потом уже сами волны идут? Блин, ну высоко взлетает. Мне интересно, будет такая бомба, которая брызги воды поднимет до скайбокса? Напишите в комментах. Я думаю, что нет. О, всегда было интересно, что будет, если взорвать газовую бомбу, которая поджигается? Будет ли она под водой гореть или нет? Давайте прям посмотрим.
Наверное, не будет. Сейчас. А, горит. Должно сильнее было гореть, намного сильнее. Ладно. Это было очевидно. Ну, хотя я скажу, мод продуманный, потому что другие моды не реагируют на воду никак. Давайте тогда взорвем вот такую вот. Это у нас бомбочка Impossion Bombs. Это жесть, а не бомба. Это будет жесть, если очень высоко подлетят брызги. Ой, все. Шана. Что это такие? Качайте. За штуковины круглые. Биооружек. Нифига себе. Подождите, ребята, это еще не все. Но это не брызги. Это не брызги. Это эффекты какие-то. Так-так-так. Она сейчас должна еще вроде бы как подтягивать нас. Ого, я ничего не вижу просто. А брызгов все? Не было. Ну, блин. Я еще, знаете, что заметил? Когда мы взрываем бомбы, вода все-таки блокирует взрыв, и он намного меньше происходит, чем должен быть. А это, по-моему, этот. Это не то. Ну, оно немножко взорвалось. Такая просеруха. Странная бомбочка. Так, а давайте теперь взорвем мини-ядерную бомбочку. Страшно. Нам все страшно. Я даже отлечу подальше, чтобы это наблюдать. Так. Вот это жесть. Давайте посмотрим, насколько брызги отлетели. Ничего себе. А вот это моща. Смотрите, волна идет из воды. А я не знал, что так будет. Смотрите. Типа цунами. Тогда мы что, искусственное цунами вызвали? Да. Офигеть, она всю карту заполнила. А это при том бомбочка маленькая. Там сейчас будет намного мощнее. Так, давайте еще я хочу бахнуть такую бомбочку. Это у нас вторая кассета, но здесь намного больше кассет. Давайте прям близко взорвем. А ну. У нас есть обученный человек. Типа сапер, но наоборот. Прикольно, тоже волны есть. Ну давайте тогда жахнем мощную бомбу. Мы же зачем тут все это собрались и смотрите этот турторолик? Чтобы увидеть вот такие эпические кадры. Это хлопья. Вы видели, как на воде образуется такая белая пелена, как вода пенится? А вот идет цунами. Ну, якобы цунами. Но очень похоже, да, на цунами, пацаны? Да, он похож чем-то. Так, приближается. Ой, если в нее прям залететь, будет что-то? Наверное, нет. О, там радиация бьет. А до сюда не достает. Крутой взрыв был. Реально эпический. О, у нас есть очень классная бомбочка. Это самая маленькая ядерная бомбочка, которая вообще есть в Гаррисмоде. Но она может не взорваться, она под водой не взрывается почему-то сама. Ого, маленькая. Ну не сильно-то и маленькая. О, давайте сделаем эпические кадры. Какие? Ой-ой-ой. Смотрим. Ой-ой-ой. Сейчас будет очень круто. Наблюдаем, вдаль смотрим все. Бах. А чё, просрали? Всё? Там должно быть много взрывов, они должны были цепную реакцию запустить. Всё-таки вода блокирует. А ну-ка, пацаны, повзрывайте там. Ай. Ой. А где оно? А вот вижу. Красиво! Вот там радиация бьет. Ого, там этот брызг. Ё-моё. За что я люблю Гаррисмод? Здесь можно делать такие крутые вещи. Приближаемся к одни из самых мощных бомб, которые у нас тоже есть. Ну, есть еще царь бомба, мы ее взорвем в конце ролика. Чтобы Гаррисмод если вылетит. Так, я отлечу подальше. Она так вот открылась еще медленно. Ой. А че, она под водой, что ли, не успела взорваться? Или как это было? Не, она под водой была. Под водой? Сейчас мы эту бомбу взорвем, когда она уже будет прямо на дне. Потому что так непонятно было. Пусть прям погрузится глубоко, а потом взрывай. А ну-ка. Вот, я знал, что она под водой не взорвалась. Ого, у меня пердак горит. Вот это оно лупануло. И опять идет вот эта вот волна по кругу. Короче, взрыв заполоняет всю карту. Вы что, понимали? Это брызги воды. Это не дым. Это именно вода поднимается в воздух. Ну, давайте жахнем еще мощнее. Как вам вот такая нравится? А это конец, все. Это бабах. Бабах. Она просрала, отсрела. Нет. Ого! Еще прикольно, что в Гаррисмоде есть отражение в воде. Прям видно все, как оно взрывается, и эти дым есть даже. Идет цунами опять. Ой-ой-ой. Прощайте. Прощайте. А это уже намного больше. Ладно, давайте еще. А если мы, например, вот такой жахнем?
об Skybox, надеюсь, не ударится. О, прям на край карты, считай, бросил. Так, обученный человек летит взрывать. Вот это взрывы! Вот это класс! Я прям кайфую от того, что здесь можно делать. Приближаемся к еще более мощным бомбам. А вот это вот. Ой-ой-ой, что за... Ого, что за бочка? Это, пацаны, самогонный аппарат взрываем. Стой, не туда бросил, не видно будет ничего. Давайте, самогонный аппарат деда, погнали. Нет. Ого, видно, там что-то еще оставалось. 100% спирта было? Да, я крепкие делаю, да, вещи. Классяк. Даже если очистить карту, не пропадает ни дым, ни вот эта вода в воздухе. Оно приближается, пацаны. Аж даже как-то немножко страшно становится из-за того, что реально мощный взрыв. Ого, кольцо в воздухе, смотрите. Это жесть. Так, давайте еще что-то жахнем мощное. Например, ну вот есть небольшая бомба, но она мега мощная. Давай, бросай. Так. Звук под водой очень круто звучит. Офигеть. Сейчас мы будем взрыв от этой бомбы наблюдать на очень большом расстоянии. Через всю карту отлечу. Смотрите. Ух, какой звук был. Вот это жесть. Красиво. Очень красиво и эпически смотрятся взрывы под водой. Давно хотел это сделать. Кстати, эту идею мне подсуетил один подписчик. Так что, что написал, то и сняли. Давайте посмотрим, что у нас еще есть, чтобы такое интересное взорвать. О! О! Кока-кола. Одна из самых мощных бомб после царь-бомбы. Отлетим подальше. Ой-ой-ой, она моща. А я ничего не вижу. Я тоже. Просто белый экран. Вот это она лупашит. Блин, я даже не могу смотреть туда. Она просто по глазам бьет. О. Все, сходит. Так ощущение, что в воздухе был взрыв, да, пацаны? Угу, да. Такс. Давайте тогда жахнем вот такую бомбу. Моап. Опа. Тоже одна из самых мощных. Но она не ядерная, но она очень сильно откидывает. Красиво. Надо сделать так. Ой-ой-ой. Прощайте. Это будет сейчас очень красиво. Ой, они разлетелись! Они летят! Пацаны, готовьтесь! Улетайте! Ха-ха-ха! Это было круто, что они из-под воды повылетали. Но... Капец. Это очень красиво, да, пацаны? Да. Так, они все взорвались, кстати. Блин, ну это классно так делать. Давайте, например, взорвем вот такую. Смотрим. Я бы не хотел сейчас там оказаться в эпицентре взрыва. Одна в воздухе взорвалась. Смотрите, как она в воздухе взрывается, насколько красиво. Ну давайте тогда начнем взрывать уже самые мощные, которые у нас есть. Давайте, например, взорвем... Ну, царь-бомбу. А, ну просто, давай. А, и после царь-бомбы мы еще взорвем одну ракету, которую я не тестировал. Готовы, пацаны? Давай, давай. Вы слышите этот звук эхо взрыва вдалеке прям? Да. Будто оно разнеслось по всей планете, блин. Это можно наблюдать вечно. Какая это красота. Мне мало. Ну давайте запустим ракету. Все, смотрим. Во! Ну подожгла мне все равно. Прикольно взорвалась. Ну что, подходим к кульминации. Царь-бомба. Мощнее ничего у нас нету. Это самая мощная бомба в Гаррис моде. Стоп, это я перед... Я знал, что я сейчас косячну. Отлетаем. Высоко отлетаем. Но! Еще бомбы летят. Ух ты! Так я ж одну бросил.
А где вторая? Ой-ой-ой! Это жесть! Все, полигон уничтоженный. Так, очистим карту, чтобы понаблюдать без радиации эти взрывы. Это было очень мощно. Ребята, мы сейчас в конце ролика сделаем классные эпические кадры. Мы сейчас будем ставить водный транспорт и взорвем бомбочку небольшую. И посмотрим, насколько мощно они разлетятся. Так, давайте поближе их поставим. О, и мы сейчас сделаем, мы прям бомбу под ними взорвем. Так, еще. Ого, ого, они уже дерутся между собой. Да, драка за место. На удивление идет очень все стабильно, не лагает. Для Гаррисмода это редко, чтобы вы понимали. Ой, тучка. Так, ну что, какую бомбочку вам, пацаны, взорвать под низом? Откидывающую. Откидывающую? Ну, давайте вот эту. Все, Alt-TV, взрывай. Блин, мы умерли. Вот это жахнуло. А удивительно, что не было этих брызг. Должны же были брызги быть, а не яркая волна. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума. Как всегда, отличнейшее настроение. Всем привет. Наконец-то вышел обалденный, классный пак бомб. Называется G-Bombs Extra. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Сегодня мы сделаем не просто взрыв бомб, а будем еще кидать их по разной технике и смотреть, какой у каждой бомбы урон. Первая бомба у нас 500 ЛБ бомб. Четко. Ну, почти. Ого, его аж наклонило в одну сторону. Слабая бомба, надо дальше кидать. Следующий у нас Бункер Бастер. Это ракета? А нет, ее надо кидать. И на раз самолет ее сбрасывает. Смотрим. Ого, она мощно. Смотри, аж танки подвинулись. Это было сильно. Чип 1.32. Это будут такие бомбы, что я уже так близко не смогу их бросать. Ого! Вот это оно лупануло! Че, полностью все разлетелось? Угу. Нифига себе! Вот это она лупашит! Следующая у нас бомба Куки. Ого, что она такая большая! Тихо, не катись. О, сейчас четко опять попаду. Вот это у нее радиус! Нифига себе! Давайте посмотрим, осталось что-то целое или нет. Тоже все уничтожило. Нет, еще какой-то танк целый остался. Тогда будем дальше сбрасывать, пока все не уничтожим. Fab Fuel Air Bomb. А, это бомба, которая сбрасывается с самолета. Давайте ее подальше кинем. Ого! Хочу еще раз ее бахнуть, поближе к технике. Посмотри, как оно все разлетится. Вот это жесть! Просто все уничтожило. Есть вот такая бомба, FOAP. Сейчас жахнет, наверное, сильно. Так, далеко кинул. Давайте прям в танки лупанем. Четко, по центру. Все уничтожило. Ничего не остается в целых. А вот одна машина еще есть. Наш-то дыбы встала, бедненько. Grand Slam. Вот это бомба. Нифига себе, она даже так тяжело бросается. Ого! Ого! Смотрите, какие аж полосы. Heavy Crust Bomb. Смотрим. Нифига себе, эту бомбу еще черная и дым идет. Что? Ого. А так и должно быть? Ты понял? Угу. Это кассетная получается. А ну-ка еще разок, только поближе. Хочу посмотреть, как бомбы эти рассыпаются. Да, вот эти бомбочки рассыпались. Нифига себе, она может территорию зачистить. Просто есть один небольшой минус, что она вначале взрывается и раскидывает всю технику, а потом уже только эти кассеты разлетаются. Марк 82 бомб. Четко попадаю. Так, танки еще целы, но легковые машины все уничтожены. Военные машины тоже. Вот остались только пару танков, а броневика колеса снесло. А ну можно сесть с него? О, я еду. Три колеса от броневика. Ребята, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Переходим к следующему паку. G-Bombs Extra Chemical. Liquid Taber Bomb. Странное название, язык можно поломать. Да что такое? Почему она так сжахает? Ого! А что это за лучи она испускает?
Типа радиация. Уничтожено все. Напалм бомб. Это напалмовая получается. Ну-ка, сейчас опять все уничтожим. Нет, урон не очень мощный. Это что, оно тут горит? Ай, оно реально горит, подожгло. Кстати, ну танки вроде бы как целые. А не, вот смотрите, у него прям тут двигатель загорелся. И дамажит дальше. Ладно, давайте поможем ему. У нас еще много бомб классных. Нитроген. А ну давай посмотрим, она вообще активируется или нет? Ой, я по танку попал прям. Это ж надо так четко попасть. Ладно, давайте мы ее тут прям поставим. И лупанем. Надо подальше отлететь, потому что 100% она меня убьет. Где наш мощный арбалет? А, нет, все взорвалось. О, я кашляю. У тебя тоже есть такой звук? Так, ну еще все целое. Эти бомбы, знаете, наверное, против пехоты рассчитаны. Оксиген, канистр. Что за канистр? Так, ее активировать нельзя. Сейчас мы ее так кинем. О, слабенькая, понял. Плазма-бомб. Сейчас опять все взорвет. Ого. Ничего себе. Не, кстати, радиус у него очень маленький, потому что здесь машины стоят. У них даже колеса не попробивались. Так, мне мало. Я хочу мощную бомбу. Тиргаз. А, что она такая маленькая? Это просто газовая. А интересно, будет дамажить технику или нет? Вот засыпляет немножко машины. А, и все, да, просто. А ну-ка, если я залечу. А, ничего не происходит. Понял, верно, во время взрыва только дамажит хорошо. VX нерве агент. Че такое непонятное вообще? Это взорвется? Ух, четко попал. Все? А, ладно. Это очень странно. Следующий пак G-Bombs Extra Firework. Это салюты! А вот это уже круто. Так, давайте посмотрим, как они запускаются. Ого. Ничего себе, она четко летит. Ровно, даже не падает. Ну-ка, интересно. Вау! Ребята, вы же понимаете, что мы можем сейчас сделать? Смотрите, мы сейчас вам покажем красоту. Я сделаю ночь. Мы посмотрим, как они взрываются ночью. Это же круто будет. А если я просто нажму? Вау. Вот это красота. А и такой вот салют есть. Ух ты. Ого. Она рандомно летит. О, а вот это вообще красиво. А если сейчас две таких и две таких. Вот это бомба, класс. Бриф кейс бомб. Вот что за кейс? Джимена. А я слышу, как он пикает. Ой, я его недалеко бросил. Хорошо, давайте еще один недалеко бросим. А что? А его тяжело далеко бросить. Ну-ка посмотрим, как он взрывается. Давайте мы его все-таки вот тут, прям на танк положим. Ого, прикольно. Ну танк целый. То есть урон очень крайне мал. С2. Ого. Ой, блин, она в воздухе взорвалась у меня. Сейчас еще раз. Смотрим, подорвет она танк или нет. А, она очень слабенькая. Довольно-таки ни о чем. Компакт ТНТ. О, это будет поджигаться. Давайте прям положим вот сюда вот. Толпу этих машин и посмотрим, что будет. Такс. Все, горит. Постоим здесь на горе, посмотрим, как она сейчас жахнет. Интересно, напишите в комментариях. Все машины взорвутся, правильно? Кто написал? Взорвутся все, вы все правильно написали. Демолитион С4. Если я еще ближе... А, я не могу ее взять. Ух ты, блин, я аж дернулся, зачем так громко? Слышь, ну колеса пробились у машины. Посмотрим, взорвет военную технику или нет. Все, прям четко, где двигатель находится. Напишите в комментах, взорвется или нет. Вот это будет интересно почитать. Я думаю, что нет. Бомба довольно-таки слабая, не должна активировать. Это считается, взорвался или нет? Если колеса отлетели. Гун Повдер. За странное название. Никак. Значит, ее надо по ней надо стрельнуть. Да, она слабая. Суп эффект 3 гранат. Активировалась. Бросаем. Ого, она такая легкая. А, это электрошоковая. Ну давайте вот тут вот положим в машине ее. Во, прям в центр машин кинул.
Они просто колеса потеряли. Слышишь, колеса лопаются? Так, они еще целые. Но машина уже не на ходу. Странно, что электричество так машины разрушает. Вот такая вот есть базука у нас. Что она делает, сейчас будем смотреть. Мне кажется, она будет очень мощно лупашить. Ого! А ну танк уничтожила? А ну-ка, давайте чисто в танк. Перезаряжаемся. Что? Что это за рикошет был? Оно рикошетит от танка. Ох, четко. Но она слабая. Я думаю, что если в легковые лупануть, оно точно взорвет их все. Давайте проверим. Оно под колесами пролетает и все. Да что? Блин, ну это прикольно, что оно рандомно летит. Ух ты! Вот это мощь! Классная базука. Обалденно. А если далеко ее стрельнуть? Посмотрим. Будет классно она ровно лететь. Нифига себе она лупит. Ты заметил, какая это мощь? Ага. Смотрите. Если там кто-то был бы, оно просто... Ого, стекла повылетали там. Так. Timed Explosive. Что это такое? О! Что оно делает? А это просто кидает, а бомбочки как будто. Ого, ну танки целые. А нет, уничтожат. Вот целый танк у нас есть, давайте я прям под танк кину. Вот. Подкинет? Не. Кстати, даже урон не нанес, даже дым не пошел с двигателя. Жраниум поварет. Странное название. А ну ты нажми. Что она тебе дала? Сколько у тебя жизней? 573. Может, какие? А ну прыгай. Может, ты можешь прыгать? Может, быстро бегать? Нет. Не, вообще так же. Ладно. И кто знает этот мод, напишите в комментариях, что оно дает. Ну, то, что жизнь увеличивает, я вижу, но остальное я не понимаю. Зиппо. И что эта зажигалка делает? А ну, если возить ее остану. А, я поджигаю тебя. Ай, ай-яй-яй. Нифига себе она жгет. А я могу технику поджечь? Ну-ка. Танк горит, смотри. Ого. Я поджег его. А, он сразу тухнет. Ну, прикольная тема. В принципе, можно деревянные постройки поджигать этим модом. Во, пошел у нас очень классный пак. Nuclear Weapon. Nitrogen Bomb. Сейчас попробуем ее швырануть подальше. У нее такая еще подставка странная. Что она дает, непонятно. Может, ей надо было как-то с места? Она, интересно, взорвется? Ого. Не понял, давайте мы попробуем в танки кинуть, попасть хотя бы рядышком. Слабая. 1 МТ Atomic Bomb. Ничего себе. Мы ее сейчас поставим вот так вот далеко, и мы по ней стрельнем. Вот, на контейнер. Тихо. Ух ты. Давайте посмотрим со стороны. Вот это оно взорвалось. Офигеть моща. Смотрите здесь, сколько огня идет. 400 МГ антиматерия. Вот такая маленькая. Так, надо быстрее бросать. Полетела. Как раз возле машин. Ого, она прыгает там. Ого. Где машина? Она все исчезла. Ничего себе. Так она такая маленькая. Что это из-под пола летит? Смотри. У тебя тоже есть эти эффекты крутые? Нормально лупанула. Fat Man. О, прикольная бомбочка. Интересно, она бросится далеко или нет? Так, кидай максимально далеко. Ну, это все, что я смог. Вот это жесть. Мне интересно, остались там целые танки или что-то? Ничего себе, оно все горит. Смотрите, как облака сделано. Но это не облака, это дым. Прям слоями идет. Да теперь раз такой мод вижу, очень крутой. Смотрим, что-то осталось целое или нет. Ничего. Все сгорело. Кстати, один танк остался целый. Два, три. Три танка. Ладно, можем дальше бросать. Нам этого мало, крайне. Fusion Bomb. Ого, она легкая. По сравнению с теми бомбами так легко бросилась. Танки уничтожились даже на таком расстоянии. Хорошо, хочу еще раз. Ой, извини. Ой. Хотел тебя бросить вместо бомбы. Сейчас эти разлетятся танки, смотрите.
Ого, у него башню оторвало! Вот это моща! Красивые эффекты. Кто делал этот мод, он просто красавчик. Очень классно сделано. Little Boy. Маленький мальчик переводится. Давайте подальше ее бросим. Я знаю, эти Little Boy все. Сейчас как жахнет, мы все сольемся. Ха-ха-ха, я только сказал. Ого, взрыв. Кстати, на удивление, вот эти машины только передние колеса оторвали. А, и задние, да. Странно они стоят. Тут даже, получается, мосты повырывало. Танки позгибало. Мощная бомба. Кстати, у меня что-то дамажит постоянно оно. Плутониум 293. Что, целое все? SM-2RR. Это ракета. Я люблю ракеты очень сильно. И... О, о, смотри. Сейчас мы ее красиво запустим. Полетела. Нифига себе, от нее искры идет и дым. Очень реалистично смотрится. Только она далеко полетела как-то. Надо ее в танки направить. Сейчас мы это сделаем. Ого! Ну-ка. Красиво. Сейчас мы ее так направим. Сейчас она разгонится. Что будет мегавзрыв, смотрите. Ух ты! Вот это эффект крутецкий. Я знаю, как ее можно запустить. Ребята, сейчас мы сделаем эпик, смотрите. А блин, ничего не видно. Мне кажется, тут машины все слились. Нет, все целое. Если мы эту ракету положим и запустим ее, чтобы она от горы оттолкнулась. Давайте проверим. Буду прав я или нет, мне интересно. Вот так мы ее сейчас поставим. Запускаем, смотрим. Полетела. Так, отлетим подальше, чтобы не уничтожило опять нас. Да что ж такое, какой у нее радиус, блин, что она так доважит? Неплохо. Машины тут целые? Че машины целые? Space Nuke. Это не ракетка. Ну, Space Nuke, как переводится? Космический нюк? Не знаю, что это. Но это очень красиво. Царь бомб. Мое любимое. Че она так бросается? Так, ладно, я ее полечу, положу лучше подальше. Мы сделаем как в тот раз. Чтобы мгновенно слиться, я-то, конечно, мы умеем. Давайте на старом нашем контейнере. По старой схеме делаем. Давайте попробуем ее активировать со снайперки. Ого! Вот это лупануло! Мега взрыв! Ого, еще в небе, смотрите! Ого! Это что-то эпичное. Я люблю такие бомбы, когда эффекты круто сделаны. Смотри, это прям гриб. Ты видишь? Так... Прям как купол какой-то. Вулкан. Вот это класс. Ролик точно заслуживает лайкосика. Ураниум 235. Так, его активировать невозможно. Значит, мы его ложим прям на танк. О, она тяжелая. Так, давайте ее будем активировать. Где мой арбалет волшебный? Ух ты, жахнула. А ну-ка посмотрим, есть какой-то урон? Ого, что за звуки? Что с танками? Вы что, танцующие танки? Что это было? Невидимый урон какой-то проходит? Nuclear Explosion. Ого. Что? А, я его прям просто заспамнил взрыв? А если я туда наведусь вот так вот и его нажму? А если вот так вот? А если вот так вот? А если вот так вот? Да, не на большом расстоянии действует. Вот это жахает, прикольно. Тупо можно заспамнить взрыв. Такого я еще не видел. В один ролик не влазит весь этот гигантский мод. На следующий ролик мы оставляем вот такие мощные ракеты. Так что ждите ролик на следующий день. Будет продолжение обзора крутых мод. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Какая-то слабая бомба.